80-летие образования гражданской обороны ивановские сотрудники МЧС смогли отметить лишь днем позже, 5 октября. Праздничный концерт собрал действующих сотрудников и ветеранов МЧС, а также представителей других ведомств. Лучших спасателей наградили за добросовестный труд. Ветеранам службы вручили памятные медали. На самом деле, День гражданской обороны – праздник не только для спасателей. К нему так или иначе причастен каждый. Пользуясь случаем, я хочу поздравить и пожелать всем здоровья, самое главное – здоровья, успехов каждому на своем поприще, в своем направлении, успехов в труде. И вот это весь тот опыт, который накоплен в нашей системе, чтобы он применялся, успешно применялся по всем направлениям, но только на тренировках, чтобы никогда не коснулся это практически. Еще раз всех с праздником!